Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек Фикспресс. Очень много интересных, классных покупок, давайте скорее начинать. Первое, что покажу, такая бандурина, которая даже в кадр не влезет. Смотрите, какая длинная. Это, девчонки, детская карта Солнечной системы. Вот так она выглядит. Много очень подобных карт сейчас в Фиксе. Сначала думали взять карту мира, там с разными животными, где какие обитают и так далее. Она огромная. Я искала почему-то размер и не смогла найти размер этой карты. А нет, вот формат 1380 на 950, то есть 1,40 м, грубо говоря, на метр почти, да? Мы ее попробуем прилепить на стену, и я вам уже покажу, как это все выглядит. Она у нас в такой вот тубе упакована, здесь еще степлером запечатана. Достанем. Доставайся. Но она огромная. Глянь, она даже не достается. Надо подтолкнуть с этой стороны. Да, проще вот эту всю штуку разорвать, упаковку, тубу, и достать. Ну, прикольно. Сейчас сориентирую вас по ценам. Открыла, наконец, 199 рублей она стоит. Здесь у нас получается это не карта, а карта у нас космос. 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 Читать надо. Вообще, да, можно будет читать. У меня, в принципе, ребенок любит космос. Держи, на. Есть у нас энциклопедия такая. Про космос, поэтому понравилось. Так, дальше тоже она выбрала себе вот такой светильничек. Смотрите, какая прелесть. Он был в виде крысок и в виде чего? Мишек, заек, по-моему, да? Единственный в Фикспрессе нашли в пакете и с бирочкой. Все остальные почему-то были уже раскрыты. Да, у него зарядка есть. Светильник с кабелем USB, сенсорная кнопка включения, три режима яркости. Вот такая инструкция здесь, да, такой же фирмы, как и батарейки в Фиксе. На веревочке здесь зарядка. Получается, зарядка? Или он от сети, в принципе, работает? Или он заряжается? Заряжается, как щетка. Подключите USB кабель светильника к USB-порту компьютера, ноутбука, внешнего аккумулятора, ТРТТ или к сети. Коснитесь кнопки, да, он работает от USB, он не заряжается. В общем, тут такая кнопочка. Включим, тоже покажем. Включила в розетку сзади вот здесь, да? Включила в розетку, сейчас попробуем. Ой, загорелся. Горит только одна голова, тело не горит. Сейчас лампу выключу. Смотрите. Три режима. О, поярче. Вот это, да? Раз. Это самый бледный получается. Я даже пальцем не нажимаю, подношу пальцы, он же делает ярче. И вот, самый яркий. Да, действительно, три режима. Хорошенький, яркий такой светильничек, милый. Здорово. Ну, удобнее всего даже, наверное, не в розетку втыкать, а вот в USB, во внешний аккумулятор, да? Так будет удобней. Прикольно. Красивый, красивый, миленький такой, лаконичный. Ну, вот девчонки повесили, но она огромная над столом, над письменным, над двумя, да? Она просто огромная, заполстенная. Сейчас я отойду вам, постараюсь показать масштабы. Да так смотрится прикольно. Солнечная система, будешь читать теперь все. И мне рассказывать, да. Вот. Вот она вот такая вот огромная. Ну, круто, да. Так прикольненько смотрится. А вот так вот уже уютненько, классно с ночником. Это у меня сейчас на самой сильной яркости. Свет общий в комнате выключен. Ну, здорово. Мне нравится. Светильник, девчонки, 249 рублей. Девчонки и мальчишки. Так, сквиш взяла себе, вот такой ребенок. Большая мялка антистресс с ароматом. Аромат ванили. Вот так выглядит. Это медвежонок. Сквиш у нас стоит. Мялка-мялка. Где же она? Так, 149 рублей. Представляете, вот этот вот блажь. Вот как он выглядит. Пахнет действительно ванилькой. Очень приятно. Ну, дети любят такое. Так, дальше взяла Colgate Plax. Вот такую вот. Не Plax, а просто Colgate. С фторидом и кальцием. Мега экономия, большая упаковка, максимальная защита от кариеса. Свежая мята. Мне Colgate тоже нравятся, девчонки, пасты. Наравне с Plax. Мне Plax подходит и Colgate. Как бы они не вызывают повышения чувствительности эмали. В общем, пасту свою надо подбирать. Да, смотреть.
Какая подходит? Мне подходит, вот я много лет пользовалась Плат, и Colgate сейчас тоже подходит, очень нравится. Так, паста зубная, где ты, дорогая? Вот она, 99 рублей, вот такая большая упаковка. Я не люблю брать отбеливающие, потому что жалко зубы на самом деле. Вообще вот эти все пасты, ополаскиватели Colgate стоят в фикс-прайсе гораздо дешевле, чем где-то в других местах. Она белая, мятная, обычная мятная белая паста. Я такие люблю. И как раз мы еще брали вот этот огромный пакет, просто вот огромный стоит. Мы еще брали ополаскиватель. Где он? Вот он. 99 рублей, большой Colgate Plax, свежесть чая. Самый мой любимый, самый вкусный, который не жжет. Классный. И мятка здесь есть, и в основном привкус зеленого чая, когда ополаскиваете полость рта, да. А в обычных магазинах маленький вот такой стоит 149, да, а фикси большой 99, поэтому как бы разница очевидна. Так, муж взял вот такие себе две мочалки, он почему-то любит вот именно такие, в двух цветах, они с ручками, зеленая и желтая, массирует, отшелушивает, отличное пенообразование. Мне интересно, что здесь материал, полипропиленовая нить, поролон, вот оно как. Вот такие вот мочалочки, и стоят эти мочалки 55 рублей каждая. Соль вот. Для ванн. 55 рублей, вот такая большая упаковка. Здесь у нас сколько? 1100 грамм, больше килограмма даже. Взяла с лавандой, 55 рублей, отличная цена. Соль нормальная, абсолютно беру не первый раз в фикси, очень хорошая. Я принимаю ванну с солью, дочери тоже насыпаю. Полезно. Дальше, следующая покупка, это вот такая вот игрушка летающий шар. Мы уже брали подобную фикси, она у нас как-то сломалась. Ну, не очень быстро, несколько месяцев проработала. 249 рублей она стоит, она работает как бы от руки и взлетает. Ее нужно заряжать от USB тоже. И когда она зарядится, она будет летать. Там, кстати, вертолеты появились, которые тоже от руки, ну, мальчишкам, например, да, они... Тоже, по-моему, 249 рублей. Вот. Знаете, у меня есть дефект. У меня как... А, нет, здесь дырки какие-то сами по себе в корпусе. Они разных цветов были. Были прозрачные, такие мальчуковые расцветки. Мы взяли вот такой вот с цветочками. В комплекте USB кабель обычный, стандартный. И нам надо ее заряжать. Она так не полетит. Мы сейчас, конечно, попробуем. Может, она чуть-чуть заряжена, но я сомневаюсь. Ой, она так жужжит. Ой, горит. Слушайте. А что так быстро-то? Я боюсь. Котёр, я боюсь ее спускать. Я тоже боюсь ее спускать. Блин, сейчас как куда-нибудь улетит? Выключи её. Девчонки, я боюсь. Я хочу вам показать, но я боюсь. Ну что, попробуем сейчас? Я боюсь, что кот уже вон пришел. Кот пришел тоже, бедный. Господи, как-то у нас до этого игрушка была поспокойнее. Я боюсь, сейчас боюсь, я отпущу ее, да куда-нибудь как полетит. Разбьёт что-нибудь. Так, она работает от тепла руки, как бы. Вот если я сейчас не буду руку подносить. Я боюсь. Все равно жужжит. Ага, ага, ага. Все. Смотрите. Ой, и вверх. Ой, и вверх. Все, падай. Падай, падай. Господи, ее вот поймать и выключить. Это страху натерпишься. Кошмар. Ну, вы меня поняли, да? Блин, ну классно летает. У нас как-то до этого хуже была, вы знаете, она как-то и управлялась плохо. А здесь хорошо, в принципе. Вот вы сейчас успели заметить, как она летает. Ну, прикольно. Видишь, кот не испугался. Очень странно сидит. Он у нас трус жуткий. Макс, тебе не страшно было? Он любил эту штуку. Короче, прикольно. На, держи, только пока не включай. Ага. Она уже заряжена, подожди. Так, поехали дальше. Дальше, что интересненького. Девчонки, повторила покупку масок Seido. Вот эту мы уже брали увлажняющую, здесь в коробке 4 штуки, мне очень понравилось. Дочери делала, у нее такая своеобразная аллергия на мороз. Вот сейчас мороз стал поменьше, все, щечки приходят в норму, а когда сильный мороз, у нее прям все шелушится, покраснение. И вот эта маска с первого раза все это дело снимала, поэтому мне так понравилось. Здесь 4 штуки их внутри, они вот так пленочкой закрыты, да, и лежат 4 штучки внутри. Вот именно вот эту увлажняющую брали, мне очень понравился эффект. 99 рублей одна вот такая пачка, то есть 4 маски, 99 рублей, а работают она, они гораздо круче, чем маски по 250 рублей за штуку, по мне. И я взяла попробовать еще восстанавливающую с коллагеном, вот так она выглядит. Тоже 4 маски здесь. Все то же самое, вот они внутри лежат,
Там беленькие. Попробуем. Мне очень понравились. Я прям две упаковки взяла в запас. Пусть будет. Дальше дочь себе взяла вот такую раскраску большую. Эльза. Моя большая раскраска с цветной подсказкой. А, то есть здесь по цветам. Раскраска по цветам. То есть какие нужны нам цвета, нам уже указано. Можно даже для малышей, мне кажется, 3 плюс вполне себе. Мы такие 3 года уже раскрасываем. О-о-о, черная раскраска. Вы видели такую какой когда-нибудь, девчонки? Как ее раскрашивать? Обведи белый контур яркими цветами. А, здесь только контур надо обводить, видите? Слушайте, интересная задумка тоже. Я вообще не любитель покупать раскраски. Тоже интересно. Магазинов, потому что у меня есть принтер. Принтер хороший, принтер цветной, я их распечатываю. Но иногда все-таки вот так ей хочется, покупаем, да. Так, и раскраска у нас была. Сейчас найдем почем. 55 рублей. Моя большая раскраска. Так, и, конечно, я вам говорила, что буду покупать контейнеры. А, многие девочки мне прислали даже фото, что фикси появились в личку. А, контейнеры красивые очень. Видео о расхламлении я вам показывала, мне еще одного не хватило. В нашем фикси нет контейнеров, разобрали. Это вообще какой-то трындец. Остались одни вот такие вот, да, три кругленьких. И который закрывается с крышкой, но мне он ни к чему. Я хочу туда вот к тем двум на полку в коридор поставить еще один вот такой. Ну, навставляю сюда вот так вот помадки, там что мне нужно, не знаю, посмотрю. Контейнер стоил... Сейчас найдем контейнер. Я так назвала его вообще. Органайзер для косметики 199 рублей. Нормально. А здесь 149, видите? Ах, фикс прайс. Найдем. 149 на этикетке, а продали мне его за 199. Представляете? Представляете, какой развод? И, кстати, я помню, что игрушка летающая, вот этот вот шар, она была по цене 199 рублей. А вертолет 249. А у меня в чеке 249 рублей эта игрушка летающая. Короче, фикс прайс теперь, девчонки, обманывает. Обращайте внимание. Они не имеют права продавать, вообще ни в каком магазине не имеют права продавать по цене, которая... отличается от цены на витрине, на полках и так далее. Знаете, по закону это незаконно. В общем, можно было к ним придраться конкретно. Ну, знаете, как вот набрала и не смотришь. Вот такой он блестящий. Они есть с белыми блестками, серебристыми, да, и есть золотыми. Я взяла с белыми. У меня в таком же дизайне контейнер для ватных дисков в ванной стоит. Что-нибудь туда понаставляю, потом как-нибудь вам во влоге покажу, как это все дело смотрится. Все контейнеры разобрали, фикси. Ну, что такое? Дальше взяли бумагу как раз-таки для принтера. Вот эту вот обычную, как она называется, светокопи. Да? Она, кстати, хорошая бумага, мне нравится. Но она вышла дороже, девчонки, чем 249 рублей тоже. Хотя, нет, рублей 220 я на зоне ее беру, вот такую бумагу по акциям, когда бывает. Ее надолго хватает. Мы часто печатаем всякие какие-то задания, те же самые раскраски, документы печатать. Вообще принтер... Хороший цветной принтер дома – это вещь очень нужная. Далее. Муж купил набор вот таких вот клеев. Да, клеев. Не, даже не буду смотреть, сколько стоит. А дочь взяла вот такие три бомбочки. Мы уже их брали в фикси и показывали вам даже, как они пенятся. Нормально пенятся, нормальные шипучки, никаких нареканий нету. Самое главное, да, как классно пахнет кола. Я прям тащусь, девчонки, вот этот вот кола. Он пахнет обалденно. Это шоколад. И жвачка. Они так и пахнут. Жвачку не брали мы, да? Да. Шипучки по 18.30. Нормальная цена для шипучки. Слушайте, ребенку для ванной вполне себе. Ну вот и все вроде, да. Все. На этом покупочки наши закончены. Если видео было вам интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем весеннего настроения, улыбок, солнца, тепла. Пока-пока. Пока-пока.